Привет, с вами Сергей Кулеш, и сегодня я расскажу вам о 14-дюймовом сенсорном ультрабуке HP Envy Touch Smart 4. Это классическая модель, которая не умеет трансформироваться, так что модель ее использования абсолютно не похожа на планшетную, несмотря на наличие сенсорного экрана. Ультрабук выполнен в характерном для семейства HP Envy стиле. Используется та же металлическая отделка крышки и рабочей панели, скошенный в задней части силуэт корпуса и открытая передняя кромка тачпада. Впрочем, отличить Touch Smart от обычного HP Envy 4 довольно легко. Сенсорная версия ультрабука серебристо-черная, а не черно-красная. Максимальная толщина корпуса модели составляет 2,3 см, вес ультрабука превышает 2 кг. Крышка ультрабука отделана алюминиевой панелью черного цвета с вертикальной текстурой. Антенны беспроводных модулей верхней части прикрыты узкой полоской пластика. Логотип производителя скромно разместился в левом нижнем углу. По всему периметру дисплейного блока проходит узкая серебристая окантовка, удачно оттеняющая угольно-черную крышку. Основа корпуса выполнена из soft-touch пластика, доступных пользователю отсеков нет. В задней части расположены две зоны перфорации, ближняя и часть дальней используются для забора воздуха, и лишь небольшую часть решетки на изгибе корпуса занимает радиатор системы охлаждения. Скошенная задняя грань ультрабука свободна от разъемов и украшена исключительно наименованием производителя. Заостренная передняя грань также не содержит дополнительных элементов. Здесь можно найти только характерную улыбку, которая позволяет удобнее подцепить крышку пальцем. Таким образом, все разъемы вынесены на боковые грани. Справа это пара аудиопортов, USB 2.0 и гнездо зарядного устройства. Слева два индикатора активности, картридер, пара портов USB 3.0, а также разъемы HDMI и RJ45. Рабочая панель выполнена из листа алюминия натурального серебристого цвета. В ее верхней части размещен выступающий блок с кнопкой включения, эмблемой Beats Audio и стереоакустикой, скрытой под перфорированной панелью. Островная клавиатура расположена в небольшом углублении со скругленными углами. Подложка у нее пластиковая, а не металлическая, так что ее довольно легко прогнуть в средней части. Раскладка неплоха, очень крупные шифты, кнопки навигации вынесены в отдельный крайний правый столбец и лишь блок стрелок на любителя. По умолчанию активирован нижний регистр ряда функциональных клавиш, то есть регулировать яркость подсветки, громкость звука и управлять воспроизведением контента можно в одно касание. Клавиатура оснащена нерегулируемой подсветкой, о которой пользователю напоминает постоянно подсвеченная в пассивном режиме клавиша F5. Довольно крупный тачпад с серебристой окантовкой периметра размещен в нише с открытой передней гранью. Всю его поверхность с оригинальной концентрической текстурой можно использовать для навигации. При этом левый и правый клик отрабатываются как с помощью одной- и двухпальцевых тапов, так и с помощью довольно тугого нажатия на нижние края сенсорной панели. Отметим, что тачпад можно быстро отключить двойным тапом по верхнему левому углу. Дисплейный модуль выполнен по схеме без бортиков. Сенсорный 14-дюймовый экран прикрыт защитным стеклом, и лишь незначительная часть окантовки дисплея изготовлена из глянцевого пластика. Модель HP Envy Touch Smart 4 оснащена типичной 14-дюймовой TN-матрицей с небольшими углами обзора и стандартным разрешением в 1366 на 768 точек. Яркость подсветки регулируется от 15 до 170 кандел на метр квадратный в пределах 10 градаций. Впрочем, самое интересное в этом экране отнюдь не характеристики матрицы, а его сенсорные особенности. Емкостный слой распознает до 10 одновременных прикосновений и позволяет более комфортно пользоваться новыми жестами Windows 8 и интерфейсом Modern UI. Расплачиваться за эти возможности придется необходимостью регулярно очищать экран от следов пальцев. Традиционно для ультрабуков модель HP Envy Touch Smart 4 построена на энергоэффективной версии платформы Intel Ivy Bridge. Попавшая к нам конфигурация оснащена процессором Intel Core i5 3317U с интегрированной графикой HD Graphics 4000, 6 ГБ оперативной памяти и винчестером на 0,5 ТБ, дополненным кэширующим SSD на 32 ГБ. В данной конфигурации он набрал 4030 баллов в PC Mark 7, 3230 баллов в 3D Mark Cloud Gate и 4,9 балла в индексе производительности Windows. Время автономной работы от 4-секционной литий-полимерной батареи емкостью 52 Вт, при яркости подсветки 120 кандел на метр квадратный, составил 1 час 50 минут в режиме максимальной нагрузки и 6 часов 20 минут в режиме эмуляции чтения. В итоге HP Envy Touch Smart 4 это все тот же привлекательный и удобный в работе 14-дюймовый ультрабук HP Envy, дополненный сенсорным экраном. Если именно этой возможности вам не хватает в вашем текущем ноутбуке, то это вполне достаточный повод сделать апгрейд.